Здрасте, сегодня я научу вас, как делать скип с тележкой. Готово. Спасибо за просмотр. Окей, народ, дорогие мои начинающие и более опытные спидранеры, сегодня я поделюсь с вами своим опытом в использовании тест Chamber Skip, ну или у нас это чаще называют скип с телегой. Основываясь на голосовании в моей группе ВК, данный трюк вызывает у вас наибольшие трудности и вопросы. Многие даже не пытаются забраться и научиться ему, продолжая мучить себя и свои нервы этим ебаным вартигонтом. В этом энциклопедическом видео я расскажу и покажу вам, как это сделать. Помните, главная практика. Возможно, вам потребуется несколько десятков минут или часов на то, чтобы научиться это делать на постоянной основе. А ладно, приступим. Для начала вы должны загрузить любое сохранение, где у вас есть в руках оружие с прицелом. После чего мы загружаем стартовую карту, чтобы начать спидран. И как вы можете видеть, прицел у нас остался. Дальше очень длинный, нудный, стандартный путь, который мы пропустим. Запомните, вы не должны загружаться во время всей этой ходьбы, иначе прицел просто пропадет. В момент того, когда прибыла тележка, мы должны ее подготовить к бусту, поставив в нужную позицию. Для этого мы должны аккуратно передвинуть ее за линию, а затем упереть ее как можно дальше и ближе к нам. Рекомендую юзать понижение FPS, иначе велика вероятность такого исхода. Теперь самый тонкий момент в скипе. Вам нужно выключить фильтрацию текстур, используя данную команду. Добро пожаловать в Quake. В общем, теперь вы должны упереть свой взгляд максимально вниз, присесть и найти нужный нам пиксель, то есть вот этот. Несмотря на то, что многие рекомендуют ставить свой прицел в правый нижний угол, я советую ставить его примерно сюда, так как вы сможете набирать большую скорость. Теперь встаньте и наведите прицел между этими двумя выделенными частями телеги. Тут особо точность не важна. А теперь сохранитесь, это супер важно. Вероятность вашего фейла 99,76433%. Следующими действиями мы должны задеть триггер, который находится сверху карты. Даже не спрашивайте, что он там забыл. Я не один из работников Valve. Настало время покончить с вашими нервишками. Для того, чтобы добраться туда, вы должны в нужном тайминге нажать две кнопки. Сначала E, а потом D. Не наоборот, ибо я половину своего обучения потратил впустую из-за того, что нажимал D, а потом E. Если вы это сделаете слишком быстро или слишком поздно, то вам не хватит скорости. Нужный результат 2095 мув спида. Буду с вами откровенен, это не самый сложный момент. Теперь вам нужно сделать череду стрейфов менее чем за 5 секунд. Это трудно объяснить, лучше показать в замедленной съемке. Впрочем, вы должны путем плавных стрейфов задеть триггер на смену уровня, при этом сильно не потерять вашу скорость. Дальнейшими движениями в воздухе огибайте препятствия в виде титановых висящих черных проводов и в конце приземляйтесь на окраину реактора. Как только вы смените уровень, у вас произойдет потемнение экрана. Чтобы убрать его, вы должны сделать safe load, то есть одновременно сохраниться и загрузиться. Последнее и самое легкое действие – прыжок в окно. Для того, чтобы при падении не умереть, вы должны приземлиться на Entity, которая есть под окном. Опять же, непонятно, откуда он там. Не прыгая и не приседая, тупо идите вперед и цельтесь примерно его местонахождение. Готово. Напоследок пересмотрим трюк с самого начала. А с вами был Алан. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, заходите на сервер в Дискорде и смотрите стримы на втором канале. See ya!